От Матфея, Святаго Евангелия, чтение. Вон имеем во время оно. Человек некий, приступи к Иисусу, кланяйся Ему и глаголя, «Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц беснуется и зле страждет, множицу его падает во огне, множицу и в воду, и приведох его к ученикам твоим, и невозмогоши его исцелите». Отвечав же Иисус рече, «О роди неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вам, приведите ми его сему, и запрети ему Иисус, и изыди из него бес, исцели отрок от часа того». Арценция от сия души и от всего помышления нашего. Арценция.